У специалиста банка возникли вопросы к подлинности данных купюр. Как оказалось, небезосновательно. Денежные знаки по заключению эксперта оказались фальшивыми. В ходе беседы с правоохранителями женщина рассказала, что купюру она получила в качестве возврата долга от знакомого. В Ленинский РОВД Бреста от сотрудника банка поступило сообщение о том, что 58-летняя брещанка предъявила к обмену 12 денежных билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом по 500 рублей. У специалиста банка возникли вопросы к подлинности данных купюр. Как оказалось, небезосновательно. Денежные знаки по заключению эксперта оказались фальшивыми. В ходе беседы с правоохранителями женщина рассказала, что купюры она получила в качестве возврата долга от своего знакомого. Несколько лет назад 34-летний житель Брестского района работал в Российской Федерации и привез оттуда поддельные купюры, которыми он решил отдать долг пенсионерке. Правоохранители изъяли у гражданина 11 поддельных денежных знаков и еще 3 купюры у его знакомого. Действиям фигуранта следователями дана оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Действиям фигуранта следователями дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело.